встречайте Кадира и Хасана Куртулуша. Кадир и Хасан – два брата, являются энтузиастами биткоина и блокчейна. И оба имеют степень MBA в университете Уэльса Троицы Святого Давида. Кадир имеет степень бакалавра права в университете Анкары. Хасан имеет степень бакалавра в области экономики университета Мерсин. Оба брата – соучредители юридической фирмы Куртулус & Патнас, а также основали блокчейн-стартап CopyOba, технологическую компанию, которая помогает людям защищать свои авторские права в любой точке мира. Братья Куртулуша – основатели ассоциации блокчейн в Евразии, некоммерческой образовательной и торговой организации в Стамбуле.